Всем привет! Очередная посылка из Поднебесной с очередными же вещичками для куклы. Совсем мы зажирались тут уже. Одежду для кукол заказываем. Но, тем не менее, дети они такие, требуют внимания. И чтобы кукле было нормально ходить, заказали ей розовые уги. А пушка, конечно, разлетается, но... Это из заменителя. Описали, что натуральная кожа будет. В общем, не знаю, понравится Кире или нет, но для куклы, я думаю, будет как раз. Аккуратненько запечатаем, пока вся машина не превратилась в нечто пушистое. Летает как тополиный пух. Сыпется, конечно, очень серьезно. Ссылка на данный товар будет в описании. Проходим описание, заказываем своим детям. Вернее, игрушкам для своих детей. Вот. Ну, в общем, всем пока. Собралась с Катей гулять? Да. На, обувай Катю. Как? Уги! Это уги. Теперь тебе нужны уги. Чтобы вы с Катей были одинаковые. Уги прикольные. Здесь, конечно, дырочка, но ничего, мама может ее зашить. Дырочка? Да, вот. Да давай уже одевай. Это так и должно быть. Это же нет. Будьте здоровы. Спасибо. Катя, у тебя уги не надеваются. Не надеваются? Да. Мама, поможешь? Мама, помоги Кате уги надеть. Они не надеваются на них. Да нет, мы размер подбирали, аж мерили. У Кати 3,8, и тут 3,8 размер. Видимо, просто плохо застегивает. Красиво? Да. Теперь и теплышко будет? Да. Прикольный. Теперь у Кати есть одеждочка. Ты хоть довольная? Да. Рекомендуешь? Да, рекомендую. Конечно, они под костюм не подходят. Почему? Розовые с черным и белым. Нормально. Мы думали сначала черные, а что она будет вся в черном? Как мама. Мама не в черном. Бабушка, смотри, у меня теперь труселя и ботинки есть. Все, пошли, какие сбираются.